Интересно. Так. Пожалела я, если честно, и тебя, Май, и Розу. А в новом году не стала поднимать те острые темы, но, тем не менее, то, что я слышу в коллективе, что обсуждает Роза с Алианой и другими девочками, уже невозможно на это закрывать глаза, потому что девочки об этом говорят в открытую. Угу. Да, и, естественно, я считаю, что правильно, если ты тоже об этом узнаешь. А что уже интересно? Роз, ты начнешь? Ну, давайте я начну. Давай. Майя, я не хотела тебе про это говорить. Думала, может быть, это реально показалось. Но были замечены такие некоторые интрижки, либо, как это назвать, взгляды со стороны Лёши ко мне. Ох. Может быть, точно. Я просто преувеличиваю, не знаю. Может быть. Нет. Мне кажется, Розе просто девочки настолько не хватает мужского внимания, что она замечает на себе взгляды других мужчин. Нет, ну а с другой стороны, Майя, ты думаешь, что такая ситуация вообще невозможна? Да, я думаю, что такая ситуация вообще невозможна. Вообще невозможна. Да. Лёша симпатичный парень. Так. Ну, твой, безусловно, так. Да, вы в отношениях. Но Роза очень красивая девушка. Угу. Почему у них не может быть симпатии? Я не говорю о том, что пара будет разбиваться или еще чего-то, но какая-то симпатия человеческая же может возникнуть у двух молодых людей. У Лёши с Розой. А что тебя удивляет? Они очень хорошо общаются. Меня очень удивляет, что он делает ей комплименты. Розе, что постоянно Лёше приписывают каких-то левых девушек, с которыми он абсолютно не имеет никаких взглядов, флиртов и так далее. Что он общается со всеми, он веселится, прикалывается. В этом нет ничего абсолютно плохого. И то, что ему пытаются навязать каких-то девчонок, ну, может быть, у девочек настолько не хватает мужского внимания, что они пытаются приписать себе моего мужчину. Но я не думаю, что Роза бы просто так говорила бы об этом на всю страну, обсуждала. Если она сказала об этом, то действительно какие-то знаки внимания были. Когда ты была в больнице, Роза заботилась о Лёше. Ну, по-дружески, да, никаких не было моментов, в котором ты могла бы предъявить своему мужчине. Но потом, когда была свадьба у Саши Йоси, Лёша делал Розе комплименты, она ему помогала надевать бабочку и какие-то взгляды. Выяснится, что Лёша был тебе неверен, если вдруг. Такого не будет. Такого не может быть. Все женщины и так говорят про своих мужчин. Все женщины говорят, что такого не будет. И что касается пунктиков, которые ты говоришь, я запоминаю этих людей и... Ну, у этих людей, значит, не все хорошо в жизни будет, потому что тот, кто мне делает гадость, потом за это получает. А ты считаешь, что я считаю, что люди сказали тебе правду, это гадость? Да, это я просто считаю, что люди, к сожалению, не имея своих отношений, пытаются влезть в чужие.